Всем привет! Рад приветствовать на канале «Другая жизнь». Хотелось бы поговорить о дальнейшем существовании нашего канала, в текущей ситуации, что будем делать дальше, как развиваться. Начнем с того, что первое, что я хочу сказать, канал «Другая жизнь» и все наши совместные, проекты, да, параллельно, которые идут, то есть музыкальные проекты, они не политические, то есть, поэтому сразу могу сказать, что все политические комментарии и все остальное будут блокироваться, то есть это развлекательный канал, развлекательный контент, то есть они ни к чему другому отношения не имеют. Вот. Дальнейшее, что мы будем делать? Сезон начинается, сами знаете, то есть ролики будут выходить как обычно, то есть мы продолжаем снимать, продолжаем радовать вас, все равно должно быть что-то хорошее, что-то должно быть, что душу греет. То есть, а мы это стараемся нести в народ. То есть, все равно история, там музыка и все остальное. Природа та же самая, она гармонию в душе делает своего рода. Вот. То есть на Ютубе остается все. То есть мы продолжаем также снимать. На всякий случай, если вдруг Ютуб будет заблокирован. На какое-то время, понятно, что это не на совсем и все остальное. Вот. Дублируемся, естественно, в Телеграме, на Яндекс.Дзене сделали канал. Туда мы выкладываем видео с самого начала, с 2017-16 года, с конца 2016 года мы начали снимать. То есть ролики жалко, если они пропадут, там больше 200 роликов, и мы начали туда все это дело планомерно загружать. Вот, там они будут на Дзене выходить и в Телеграме в перемешку с новыми роликами, которые, так и будем писать архив или же новое видео. На Дзене можно писать какие-то статьи, тоже интересно. Многие ребят наших коллег по копу, по всему, так и делают. То есть, статьи же тоже интересно почитать, не обязательно видео смотреть. Вот, Телеграм осваиваем, пока непонятно. То есть, все ссылочки я... Соответственно, в Телеграм, на Яндекс.Дзен, все будет под видео. Вот, дальше что я там вставлю. То есть, было сделано, у нас, кто не знает, существует музыкальный проект. Играем свою музыку. Кому-то нравится, кому-то нет. Тут уже это все дело вкусов. Вот, кому интересно, переходите. Также точно и YouTube-канал, там, естественно, у нас постоянно прикреплена ссылка. Вот, также добавим Telegram-ссылку. В Дзене там пока ничего нет. Все ссылки по музыкальному проекту будут тоже там. Кому интересно, добро пожаловать. Потом, что еще? Сделали в Телеграму ножевой канал. То есть, кто не знает, я занимаюсь, тесно связан с ножевой тематикой, то есть ремонт, заточка, восстановление, когда-то что-то делали, изготавливал, потом перестал, то есть сейчас только заточка, восстановление, реставрация, все такое. Он более узкий будет канал, все равно тем, кто в теме, переходите. Была страничка в Инстаграме, она и сейчас есть по ножам, просто красивые картинки выкладываю, все, иногда какие-то нюансы по заточке. Кому что-то нужно, у кого есть какие-то вопросы по ножевым делам, задавайте в Телеграме без проблем, отвечу, занимаюсь уже почти 10 лет этим всем. Какая-то такая ситуация. Все, что хотел сказать, в этом году, сейчас в начале еще у меня, по-моему, 2 или 3 ролика осенних осталось, и мы сейчас скоро будем начинать снимать дальше. Потому что снега еще немыслимо много, просто очень много. Мы поехали несколько дней назад к себе туда, на Ярославщину, там, мам дорогая, набрать с собой оборудование, думаю, сейчас, не про канала. Вот как-то так. Ладно, всем спасибо, что посмотрели это видео, так буду иногда снимать разговорный жанр. Всем спасибо, что посмотрели эти видео, оставайтесь всегда людьми, всем здоровья, и до скорых встреч, пока.